Проект «Мой комфортный двор» стартовал в июле прошлого года. В нем участвуют череповчане, которые занимаются своим двором и пытаются сделать его уютным и красивым. За это время в проект попали 20 благоустроенных дворов. Информация о них появилась на карте Череповца. Вышла первая публикация, и к нам стали поступать в предложку нашей группы «Череповец» адреса домов, где произошли какие-то позитивные изменения. То есть люди рассказывали о том, что они создали какой-то арт-объект, украсили свой двор уникальными клумбами, как они создают эту комфортную среду совместно с другими жильцами. Понятно, что одному человеку что-то сделать во дворе – это сложно. Мы понимали, что просто рассказывать о дворах в какой-то момент наскучит, и решили создать отдельный продукт – интерактивную карту «Мой комфортный двор». Карта размещена на официальном сайте Череповца. Чтобы рассказать о своем дворе, нужно нажать кнопку «Предложить адрес» и заполнить форму. В форме указать контактные данные, добавить фотографии и описание двора. После проверки информации модераторы отметят двор на карте. На сегодня мы видим на карте 20 дворов. Наибольшую активность проявляет Индустриальный район, это 8 адресов, Заречье 7, Зашкснинский район 5. Но мы не видим пока Северного района. Хотелось бы, чтобы жители Северного района также поучаствовали в нашем проекте. Человек, заявляя свой дом или двор, он получает славу своего двора. Как это выглядит? Карта доступна во всем мире. И нашу карту можно будет посмотреть в любой стране нашего большого земного шара. Мы готовы выехать к жителям, которые предложат свой двор, рассказать об этом в наших публикациях на официальном сайте города и в радиоэфире. В феврале на форуме «Единой России» проект «Мой комфортный двор» получил сертификат в номинации «Открытие года». Помощниками проекта стали депутаты, специалисты мэрии и управ. В прошлом году у нас есть положительные примеры, когда жители нашего города украшали свои дворовые пространства. И сегодня, в 2024 году, у нас тоже есть такая прекраснейшая возможность показать, когда мы своими силами благоустраиваем не только дворовую территорию, но и многоквартирный дом, например, подъезд, входную группу. Хотелось бы видеть среди участников нашего проекта тех горожан, которые самостоятельно придумывают образы своего двора, которые сами, своими руками благоустраивают свою территорию. Присоединяйтесь к участникам проекта «Мой комфортный двор».